Я знала, я изначально говорила о том, что только у меня будет амнистия. Еще вот со мной попали еще эти человек. Ну, собственно, изначально я говорила, что амнистии никакой нет, но причине, что амнистия меня, это немножко бессмысленно, я и так была на свободе. Ну, то есть не бессмысленно, мне очень приятно, что теперь свободный человек могу там в Украину какую-нибудь слетать, но все равно. Неожиданностью это для меня не было, потому что процесс был постепенный. Постоянно говорили об амнистии, то, что она коснется фигурантов болотного дела, то коснется, говорили, то не коснется. Ну, раз есть разговоры, значит, есть такая вероятность, и для меня это не было неожиданностью. В тот день, когда меня амнистировали, я был уверен на 50%, что именно в этот день не амнистируют. Я ожидал двух вариантов развития событий. Либо амнистия коснется всех фигурантов болотного дела, либо не выйдет никто, то что вспомним пугавшее предложение о том, что амнистия будет действовать в течение 6 месяцев, и, возможно, обвинительный приговор мог попросту не вступить в законную силу. Но раз часть людей выпустили, а других нет, то нужно продолжать борьбу, продолжать с утроенной энергией и вытащить ребят. Нельзя допустить, чтобы люди уехали на безумные сроки и вообще были осуждены или деменно. Честно говоря, особых изменений я в себе не заметил. Но некоторые люди говорят, что находясь в тюрьме, ты там приобретаешь какой-то опыт полезный. Или про армию то же самое. Но я, честно говоря, не вижу никакого полезного опыта, который можно было бы приобрести в тюрьме. За время тюрьмы стал более сильным духом, стал более ответственным. При всей тягучести, даже трагичности произошедшего, в какой-то степени это, конечно, пошло на пользу. А в бытовом плане? В бытовом плане я изначально был скромным человеком, стал еще более скромным. Я понял, что многие вещи, которые на свободе воспринимаются как необходимость, оказываются потребностями искусственными. Сотрудники тоже разные бывают, но, во-первых, их сейчас мало, они не могут полноценно обслуживать всех заключенных. А во-вторых, из-за того, скажем, из-за мизерных возможностей общественно-наблюдательной комиссии, часто они могут пойти на какое-то превышение своих должностных полномочий. Ну, нас это практически не касалось, болотников, потому что за нами был общественный контроль. Огромное спасибо, кстати, ОНК, которая приходила, нас постоянно посещала. А другие заключенные, они лишены такой возможности, и в отношении них администрация может сделать все, что угодно. Они абсолютно не чувствуют себя в безопасности в тюрьме. Ну, разумеется, любой общественный государственный институт – это срез общества. Здесь и хорошие люди, и плохие люди. Проблема несколько в другом. Даже если у человека есть что-то хорошее, какое-то позитивное начало, оно губится его работой. И тюрьма, система исполнения наказания – один из ярчайших примеров. Я встречал достаточное для такого института количество адекватных людей, которые, разумеется, находясь на соцслужбе, не могли открыто сказать, что они считают нас невиновными, что они считают фигурантов других дел, в том числе неполитических, невиновными. Но я считывал сигналы, которые посылали эти люди. Люди давали понять, что они не считают нас преступниками, что узники болотные, как и другие люди, должны находиться на свободе. Я буду продолжать. Я являюсь социал-демократом, у меня есть свои убеждения. Они касаются полной политической свободы с одной стороны, и с другой стороны определенные экономические реформы. Это сокращение рабочего дня, создание условий для
профсоюзов, повышение отпуска, бесплатная медицина, образование, жилье и качественное. И за все это я буду продолжать бороться. Процессной жизни не существует, оппозиции в России не существует, с кем заниматься. То есть нет, было бы очень интересно заниматься процессной деятельностью, не процессной деятельностью, а политической деятельностью, но и не с кем заниматься. То есть, ну, как-то бессмысленно обсуждать, почему существует, еще можно найти там новый войск. Конечно же, продолжить борьбу, продолжить общественную борьбу и, разумеется, участвовать в борьбе за ребят, продолжать бороться за узников Болотной и Россия на свободе. Я буду ходить на суды, буду участвовать в акциях протеста и, в общем, бороться за ребят. Это не признак того, что в России больше нет политических заключенных. Потому что даже по делу ЮКСу продолжают сидеть люди, и тем более остальных политических заключенных очень много. А Болотное дело продолжается. Сегодня непонятный человек какой-то, оказывается, возник в деле. И это все, что сейчас происходит, это не имеет никакого отношения к смене режима какого-то, там, оттепель какой-то и чего-либо. То есть, например, долгое время издевались, казаков их выпустили, а большую часть людей не выпустили никуда. И политических заключенных по-прежнему гораздо больше в России, чем тех, кого из политзаков выпустили.